Всем привет, вы на канале Симба Спорт, и сегодня у нас осмотр базы, четвертая часть. Поехали! Короче, мы здесь хотим еще построить бункер, ну, землянку. Ну, сегодня пока праздник, и мы не можем копать. Потом дальше. Это наша баня. Да, здесь раньше был дровник, но мы его снесли. Мы его снесли, и халабуду тоже снесли, бо там надо было бункер строить. Ну что же, прошу внутрь. Здесь, когда светит солнце, здесь мы будем снимать еще 24 часа здесь. Ну, в общем, здесь вот так вот все круто выглядит. Здесь солнце, здесь очень жарко. Потом. Вон там где-то находится. Теперь мы уже перенесли дровник. Вот здесь он такой. Здесь пацаны, пока меня не было, я, кстати, уезжал за город. Они здесь капец что устроили. Тарзанку мне поломали. Забор какой-то непонятный построили. Потом здесь что-то поломали. Ну, в общем, здесь все хорошо. У нас вот здесь еще есть вот такая штука. Она что-то упала. Ну, когда ветер дует, эта штука тоже. Мы типа измеряем, когда что ветер. Ну и как бы мы решили еще заменить палку для турника. Вот та я поломалась напополам. Не очень надежная. А вот, кстати, от нее детали. Вот, напополам. Ну, вот такой дурник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Всем пока!